Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей Фаев и вторая серия карьеры за Барселону в провалочном Сокер 6. Сегодня у нас матч против Вильяреала. Мы помним, что я увеличил время, уровень я не могу уменьшить. Если есть такие подозрения, нет, давайте сыграем следующий матч. Да нет, я думаю, в такой форме мы, в принципе, и сыграем. Ну, у нас у всех тут вроде более-менее нормальный настрой. Фарлан, Самарин, Рикельми, Сарин, Нихан, Тичинардия, Арабрена, Квикел, Варс, не знаю, кто это, Вера, Хавиуэнта. Ну, давайте начнем это состязание. Потому что в первом матче мы сыграли ничью. А вот как будет во втором матче, мы пока еще не знаем. Хави, Симак и Рональдиньо. Помню, что были... И хороший удар. Вот сейчас с ударами все более-менее нормально. Ну, надеюсь, и сегодня, и сейчас с дальнейшим с ударами будет тоже все нормально. Симак бьет, но защитник принимает на себя. Хави тут смесь перехватили мяч. Это Рональдиньо. И Рональдиньо. Нет, нарушений не было. Иньеста, Андрес Иньеста. Да, слишком много движений, поэтому перехватывает у нас мячик. Маркес, Пике, Пуёль. Но нужно нам атаковать. Иньеста. И Симак сейчас с мячом. Это может быть опасно. Вот это очень может быть опасно. Сейчас Фарлан с мячом. Диего Фарлан. Да уже, отберите. Ну куда, Рикельми опасен. Бывший игрок, тут нарушение правил Рикельми. Бывший игрок Барселоны. Хуан Рамон Рикельми. Иньеста, Яя Туре, Хави. Это и Рональдиньо, и угловой. Да, есть у нас у меня одно решение, но пока я его приберу для второго тайма. И штрафной сейчас будет удар. У меня с этим делом проблема, вы помните. Да, не особо удачно я его пробил. Да-да-да. И тут Чинарди. Кажется, итальянский футболист. Офсайд. Эф Самуэля. То в офсайде. Выбивает мяч голкипер. Ну, посмотрим на втором тайме. Пока я не вижу. Вот. Симак на месте. Это и Рональдиньо. Перехватывает мяч Вильяреал. Пока у нас были моменты в начале. Но нужно забивать. Это пас на Месси. Да что ж такое, все перехватывают защитники Вильяреала. Очень надежно они играют. Да уже отберите у него мяч. Да, хорошо играет сегодня Вильяреал.
по Кинарде. Ну, в принципе, это Чинарди. Это просто... Господи, да Нихат, помню, турком Нихатом активно интересовались в России. И что здесь? Нарушение страны игроков Вильяреала. Пока никак мы играем, честно. Хави, пас на Месси. Месси выше бьет. Да, на второй тайм, кажется, я выберу немножко другую тактическую схему. Пас на Рональдиньо. Еще мяч теряем. Шикарно. Да боже ж ты мать, да что вы творите? Ну, красавчик Пике. Блестяще что-то оказался Пуёль. Ну давай, ну зачем на это? Ну слева Рональдиньо. Это. Одну минуту добавляю главный арбитр матча. Нет, ребят, все-таки такая вот тактическая схема это не мое. Надежно играет Вильяреал в центре поля. А нам нужно разбегаться. Три, пять, два. Надеюсь, с этой тактической схемы мы заиграем чуть получше. И уже наконец-таки будем выигрывать матч, а не играть только в ничью, как это было в первом матче. Месси, ну... Сейчас, соответственно... Я сделаю замену. Я эту РФ пускаем будет опорником. Промо будет Симак. Давайте попробуем вот в таком ключе сыграть. Да, Вильяреал один тайм, один удар всего нанес. По владениям мы владеем. Ну, видим, что из этого получится тактическая схема. Пике забирает мяч Иньеста. Пасует на Хави, и то. И хороший гол. Ну что, тактическая схема заработала. Но пока гол мы забили. Меня это уже радует. То забил прекраснейший гол левом Месси. Симак и прочее мы тут видим. Хороший Хави сыграл. Ну и то блестяще тут все сделал. Девяточку зарядил. Уже меня радует. Мы не потеряны. Так, вот тут еще нам галешничек еще бы один забить бы. Для этого, наверное, чуть Ох, Харлан. Решил издали. Вот это, кстати, меня очень раздражало. Вратарь сам решал, когда ему начать игру, и начинал водиться. Причем это делал не только Виктор Вальдес, как в том своем матче. Да что ж ты... Вот опять, это, вот это он сам это решает.
И Рональдиньо пас на Хави. И Хави тут мячик отобрали. И это жаль, жаль, жаль. А мог чуть-чуть попрессинговать и мячик отобрать. И Рикельме. Рональдиньо. Какой финт сейчас изобразил на тут на левой бровочке. Ай, да, Иньеста. Там или автогол, или Иньеста. Нет, все-таки на Иньеста записывают гол. 22 года еще. В этой части проявили Жанцоки, Рейндерс и Иньеста. Хорошо, на день сыграл просто блестящий. Дезориентация вратаря и блестящий гол. 2-0. Ну вот видите, все-таки придется мне использовать эту тактическую схему. Эта схема приносит мне больше пользы, чем предыдущие. Симак сейчас мяч перехватывает. Проход по флангу Сергея Симака. Да. Маркес тут против Хосемарино. Маркес, эх, Сарин мяч перехватил. Великий, даже легендарный, наверное, аргентинский. То ли защитник левый, то ли опорник. И тут офсайд, слава богу. А было опасно. Я думаю, наверное, сейчас будет сделать стоит парочку замен. Хотя, если так разобраться, игра у нас уйдет. Ага, а если... Ух, как, ну, мощно. Нет, Месси, наверное, я оставлю. Вообще, я Тьерри Анри. Да, не местами. Нет, может, так лучше пойдет. Так, и... Я в Хави поменяю, а на левый фланг я, в общем, до Сантоса. Еще одна замена у меня есть. Я выпущу Риеру. Он хоть и форвард, но, насколько я помню, мог и на фоне сыграть. Замену видим, да. Месси теперь у нас здесь тут на месте то, и то на месте Месси. Может быть, и... Ух, хорошо сейчас пропустил мяч. Пробил тоже блестяще, но... Так, а здесь Джованни Дос Сантос. 17 номер. Тоже в какой-то мере одаренный футболист. Но вот в Барселоне не дали раскрыть свой талант. Уехал сперва в Англию, сейчас, кажется, в МЛС играет. До конца не раскрылся. Ох, Вальдес, Вальдес. Ну, вытащил. Таких, наверное, много. Да, далеко не будем ходить. Фредди Адду, на которого ставку делал, говорил, что станет вторым Пеле. Фредди Адду. Но ничего, по сути, по делу не вышло. Марат Измайлов входил в список самых одаренных футболистов. Он в этом списке был на первом месте, кажется. Где сейчас Марат? Ну, вроде как должен перейти в Краснодар, да, Сантос мяч теряет. Да. Как на самом деле. Так, наверное, чаще всего в жизни бывает. Футболист, которому пророчат очень большое будущее. В итоге нигде толком. Толком и не заиграет. Так будет обычно. Футболистом, на которого делалась большая ставка, а на самом деле ничего не получилось. Нет, хотя у Марата была, в принципе, неплохая карьера. И в Локомотиве, и в Спортинге. Да, видели. Как тут должен был Анри забивать, а здесь штрафной и... Сим. И аут. Нет, главы, наверное, все-таки. Да, Сантос пошел подавать. Риера бьет. Счет комфортный для нас 2-0.
поэтому особо вон что-то творит такое прямо из себя. И здесь, наверное, вот в пользу Вильяреала. Робер Пирес. Помните этого французского полузащитника, который в финале Лиги Чемпионов против Барселоны в составе Арсенала, когда ударяет Йенса Лемана, был заменен. Обиделся тогда на Арсена Венгера. Считал, что он мог сделать очень много в этом финале. Не поехал в состав сборной Франции. Не стал чемпионом Европы. За что они тут оборвались в тот год, когда они выиграли. Так как по знаку зодиака он там стрелец, что ли, или скорпион. А тренер посчитал, тренер какой-то астрологический. Прогнозам доверял, он считал, что все футболисты данной. И Витя Вальдес. Ну неужели, да, ты не бросаешь мяч? Неужели? Да, 2-0, все, ура, 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 ура. 2-0, личная игра, Пуйол лучший игрок матча у нас. Место. Да, блестяще мы провели и победили в данном матче. Так, следующий матч у нас с Эльдо, который спокоится на 16 месте. Мы идем пока 4-е. Но будем дальше играть, будет получаться и будем подниматься. На сегодня все. С вами был Андрю Файв. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, комментируйте мои видео, ставьте лайки. Мне это очень приятно. Пишите, что вам нравится и не нравится в моих видео. А на сегодня все. Пока-пока.